Во-первых, это скидка. Меня привлекает яркая реклама, которая бросается в глаза и которая останавливает мое внимание именно на этом спецпредложении. И, наверное, еще очень важно, чтобы таких картинок не было много одновременно. Наверное, только скидка. Чем больше, тем лучше. Скидка, скорее всего, да. В первую очередь, это цена. Цена заставляет меня подумать над приобретением. У нас настолько навороченный сайт, что, в принципе, я даже не знаю, что можно предложить. На самом деле у нас достаточно хороший интернет-магазин, он достаточно яркий, интересный, он всегда необычный. Вот если, допустим, появится что-то новое, интересное, то было бы неплохо. Мне кажется, да. Нет, просто как-то не сложилось. А, нет, я вообще не люблю социальные сети. Я вообще нигде не зарегистрирована, я не участник социальных сетей. Да. Да. Потому что мне нравится получать новости, мне нравится следить за тем, какие специальные предложения в компании появляются. А также мне нравится то, что наш бизнес, он постоянно растет и развивается, и какие-то интересные, появляются интересные разработки даже в плане сервиса. Ну, в принципе, я никогда не задумывалась. Я знаю просто свой тип кожи и выбираю крем для лица, для кожи в соответствии со своим типом кожи. Ну, я просто прислушиваюсь к себе. Я пробую, наверное, методом проб и ошибок. Я смотрю, чтобы это относилось к моей возрастной группе. Я пользуюсь нашими брошюрами, которые помогают сначала определить тип кожи, и далее уже смотрю на две линии, Solutions и NU. Я сначала выбираю какой-то пробный образец, им пользуюсь. Если мне эта продукция подходит, то я покупаю себе уже нормальный крем. Да, я пользуюсь. Да, обязательно. Да, но в основном для тела, для лица нет. Лицо — это святое. Я боюсь. Да. Во-первых, потому что это удобно. Я здесь работаю, поэтому, естественно, что я покупаю. И второе — это то, что мне многие вещи нравятся. Да. Во-первых, Haven предоставляет хорошее качество, у нас достаточно лояльные цены, и всегда есть что-то интересное. Бижутерию – да, сумки – нет. Нет, потому что качество наших сумок оставляет желать лучшего. К сожалению, нет. Знаете, я не рекомендую, но я ношу сама, и когда на меня смотрят, очень часто меня спрашивают, что это, откуда и так далее. И таким образом люди, собственно говоря, заинтересовываются. Да, бижутерию. У нас очень интересный дизайн бижутерии. В принципе, напоминает какие-то известные марки ювелирных компаний. И, в принципе, цена соответствует качеству, не такое плохое качество бижутерии. Да, даже мои друзья являются постоянными покупателями нашей продукции. Уверенность, надежность и качество. Возвышенно, серьезно, красиво. Огромный, интернациональный. Это современный бизнес. Развивающийся. Но это, безусловно, компания динамичная, яркая и энергичная. Каких я хотела видеть, а я их уже вижу. Хабенский, Безруков, может быть, тогда Николас Кейдж. Мне очень нравится Вера Брежнева. Я бы хотела, чтобы она продолжала сотрудничество дальше. Я не готова назвать какие-то фамилии прям вот сразу. Просто мне кажется, что это должны быть звезды, которые на волне. Наверное, я бы хотела еще Натали Портман.